Теперь постановка диагноза займет меньше времени. В детскую поликлинику номер 1 Химкинской областной больницы прибыло новое оборудование. Рентгенаппарат появился благодаря губернаторскому проекту «Добрая поликлиника». Более современный, он позволит ускорить получение снимков и, как следствие, сократит время приема пациентов. Во-первых, этот аппарат, он цифровой. Это значит уменьшение лучевой нагрузки на пациента в первую очередь. Во-вторых, мы можем видеть снимок в реальном времени. Мы сокращаем время на проявку пленки, на ее печатание, на высушивание. Этот рентгенаппарат не единственный, который появился в Химкинской областной больнице по программе губернатора. Новое оборудование приняли также хирургические и терапевтические корпуса.